Ну что, ребят, настал долгожданный момент. Мы строим мощную солнечную электростанцию, способную запитать целый дом. Основой любой солнечной электростанции являются солнечные панели. Но они достаточно дорогие, поэтому окупаемость солнечной электростанции около 10 лет. Уже понятно, что нет смысла строить их ради экономии. Но мы же пошли другим путем. Мы решили сами собрать солнечные панели из элементов. Элементы же стоят уже дешевле. Кстати, можно сэкономить еще больше, если купить битые солнечные элементы. Они хоть и повреждены, но вырабатывают достаточно хорошо электричество. Дело это оказалось довольно кропотливым. Мы их долго и нудно спаивали, так как первая партия солнечных элементов были не пропаяны спереди. Вот это я вам покажу сейчас один из второй партии. Здесь видно, что есть никелевые дорожки. На первых же не было этих никелевых дорожек, и приходилось все паять вручную. Подробнее о схеме пайки смотри в предыдущем видео. На данный момент мы уже несколько дней собираем эту электростанцию и собрали пока только 4 панели. Вот можете видеть одну. Вот стоит вторая, старого образца, и там еще 2. Что ты скажешь по поводу пайки этих элементов? Не надоело ли тебе еще случайно? Ну, поначалу было очень сложно, теперь я уже привык, как у станка стою, все отложено, все четкое. Собираем из битых элементов, так как мы сказали, они гораздо дешевле. А практика показала, что они выдают 90% от нормальных. Так зачем платить больше? Теряем 10% энергии, экономим 70% денег. Так и кошерно. Все легко появится, но главное не психовать, да, иначе контакт отскакивает. Подкладываем микротрафаретик, и потом по посеребренным контактам она должна легко припаяться. Но хитрые китайцы, что они придумали? Они взяли и сэкономили серебро, его тут невероятно мало, поэтому можно припаять только один раз. Вот такая красивая у нас получается пайка, лишнее отрезаем. Теперь соберем рамки для наших панелей. Для этого мы используем алюминиевый уголок. Разрезаем его на отрезки нужной длины и скручиваем все шурупами. Затем берем силиконовый герметик и вклеиваем на нем стекло в нашу рамку. Получилась основа нашей будущей панели. А это самое главное наше нововведение. Мы используем жидкий заливной компаунд. При смешивании двух компонентов получается такая штука, похожая на силикон. Затвердевает довольно быстро, не выгорает на солнце. То есть специально рекомендуемый для солнечных панелей. Наливаем строго по весу. 500 грамм и 25 грамм затвердителя. Все, теперь у нас есть ровно 15 минут, чтобы приклеить панельку. Предварительно выравниваем стол по уровню, чтобы жидкость никуда не стекала. И берем на наше стекло, аккуратненько заливаем. Компаунд заливной. Смотрите, какая прелесть. Вообще просто песня. После этого аккуратно его размазюкиваем кисточкой, так чтобы компаунд покрыл полностью все стекло равномерным слоем. Берем наши заранее спаянные элементы и аккуратно, преаккуратно их накладываем на заранее размазанный компаунд. Стараемся делать ровно, так чтобы они не цеплялись друг за друга. Не забываем из-под них выжимать воздух. Следующий рядок. Смотрите, какая красота получается. Потом с другой стороны мы их тоже покроем этим компаундом. И они будут как бы герметизированы. Ни вода, ни тряска, ничего им уже не помешает успешно работать. Опа. Вы смотрите, как классно залился компаунд. А это значит, что солнечные элементы будут хорошо охлаждаться об стекло. А отсутствие воздушной заслонки способствует меньшему переотражению. То есть солнце не будет бликовать, и большая часть солнечной энергии будет поглощаться солнечными элементами. Теперь осталось ряды элементов соединить в длинную последовательную цепь. Это нужно для того, чтобы напряжение на них суммировалось. 60 элементов по полвольта 4 ампера. То есть в сумме у нас выходит 30 вольт 4 ампера. Это, между прочим, 120 ватт. Вот такой у нас сегодня фирменный припой. Это олово, выполненное в форме трубочки. И внутри этой трубочки канифоль. То есть не надо нам канифоль, сразу берем и паяем и наслаждаемся тем, что у нас получается. После того, как элементы приклеены и спаяны, нужно их протестировать. Потому что если будет неисправен хотя бы один элемент,
вся батарея у нас работать нормально не будет. Для этого мы ставим нашу батарею на солнце и начинаем по очереди на каждом элементе замерять напряжение под нагрузкой, то есть подключаем лампочку. На дефективном элементе будет значительный минус, то есть просадка напряжения. А так как элементы у нас битые, то высокая вероятность, что попадутся дефективные. Включаем, и мы видим 0,42 вольта. Это говорит о том, что элемент годный. Следующий. То же самое, 0,41. Отлично, работает на пятерочку. Следующий, 0,40. Ну, это все отличные показатели. Еще больше сэкономить на инкапсулянте и элементах можно благодаря акции 11.11. Это громкая распродажа на Алиэкспресс. Скидки обещают огромные. Плюс, как всегда, Letyshops возвращает 7,5% кэшбэка с покупок. И участвуем в розыгрыше призов на 1 миллион рублей. Ноутбуки, смартфоны, еще много крутых призов. Я и сам подобрал для себя список желаемых товаров и жду распродажи. Рекомендую использовать купоны на Али и предзаказ. А чтобы найти настоящие скидки, используйте расширение для браузера. Там видно изменение цены и надежность продавца. В общем, покупайте с кэшбэком, участвуйте в розыгрыше. Все в описании. Удачи! Теперь можно прикрутить крепление для крыши. И надежно загерметизировать элементы заливочным инкапсулянтом. Смотрите, какая прелесть получилась. Аж глаз радуется. Прям вообще. Электрические цепи надежно защищены от дождя прочным и эластичным компаундом. Ну вот и настало время устанавливать наши солнечные батареи на крышу. Все. У тебя полегче лестницы не было? Хотя бы так. Во, крыша не маленькая. Включили режим спайдермена. Блин, это экстремальная штука на самом деле, вешать эти панели. Да. Есть, все. Установка завершена, осталась теперь пайка. Набрал. Давай. Сейчас все вот эти капли надо разогреть. Киса. Это говёная изолента, сразу говорю, надо будет перемотать потом. Синей надо будет позаматывать, она полипучей будет. Установили на крышу 8 батарей, теперь можно приступить к сборке нашего солнечного щитка. Вот он, провод с наших солнечных батарей, мы его ввели прямо в дом. Для начала хочу просто попробовать на искру. Беру кусочек графита. Ого! Пищит как прикольно. Вот это энергия солнца. Прилетелось. Прикиньте, солнечная сварка. Я подключил ваттметр. И сейчас мы подключим в качестве нагрузки такую огромную лампу. Вау! Опа! И что мы видим? Напряжение просело всего на 2 вольты. Хорошо, сейчас мы нагрузим по полной. Для этого мы подключим 4 12-вольтовых лампочки мощностью по 90 Вт каждая. Интересно, что током не бьется, хотя тут 60 вольт. Включаем. Ого! Напруга просела сразу до 41. Но светят они невероятно ярко! 470 ватт, ничего себе, это очень хороший результат, особенно если учесть, что элементы у нас битые и замеры проводятся в конце октября, то есть солнце сейчас слабое. Теперь можем подключать наш солнечный контроллер. Для начала мы будем использовать обычный автомобильный аккумулятор, в дальнейшем, конечно, планируем поставить литий. В следующем мы подключаем солнечные батареи. О, искра была. Плюс-минус. Первое включение. Так, идет загрузка. У нас сразу же пошел заряд батареи. Включаем инвертор. Давайте попробуем подкинуть нагрузку. Вставляю ваттметр. И включаю обогреватель. Потребляет 490 Вт обогреватель. Солнечных элементов идет 49 вольт, 9 ампер. Солнечный контроллер можно настроить, чтобы он благодаря особой вольт-амперной характеристике буквально высасывал всю энергию из солнечных батарей, независимо от погоды. Хоть в ясную, пасмурную или в дождь. Конечно, хочется всю солнечную энергию использовать.
Поэтому специально для этого мы сделали две розетки. В этой розетке у нас постоянно напряжение, а во второй розетке у нас напряжение только тогда, когда идет достаточно энергии из солнечных батарей. Мы вставляем в ту розетку наш обогреватель. И соответственно, когда светит достаточно солнца, вся лишняя энергия отапливает помещение. Если же солнца недостаточно и аккумулятор разрядился наполовину, тогда срабатывает реле, и розетки в доме переключаются на напряжение из сети. Этот щиток выполняет также роль бесперебойника на весь дом. Если вдруг отключат свет, реле мгновенно переключается обратно на аккумулятор и питает дом его энергией, одновременно подзаряжаясь от солнечных панелей. Ну что я могу сказать, для бытовых нужд вполне хватает этой солнечной электростанции. В ясный день 480, а в пасмурный 120 Вт непрерывной халявной энергии. В темное время суток мощный компьютер с двумя мониторами может проработать 3 часа. Потом, чтобы аккумулятор не изнашивать, переключается на сеть. В дальнейшем мы планируем ее модернизировать, добавить еще элементов, добавить 2 аккумулятора, чтобы у нас было 24 вольта. Всего скорее это будут литиевые аккумуляторы. Напиши, чтобы ты здесь модернизировал, и подпишись, если тебе интересны видео про альтернативную энергию. Друзья, напоминаю, розыгрыши от меня и Лети, все подробности в описании.